Глава 9. Королева Алиса. «Ах, как великолепно!» – воскликнула Алиса. «Я никогда и не думала, что так скоро стану королевой!» И, помолчав, строго добавила. Она любила себя пробирать. «Ну вот, что я вам скажу, ваше величество. Не пристало вам валяться тут на траве. Королевам должно вести себя с достоинством». С этими словами она встала и прошлась по лужайке, поначалу весьма скованно, ибо ей было боязно, как бы корона не слетела у нее с головы, но потом смелее, успокаивая себя тем, что вокруг не было ни души. «Если я и вправду королева, — подумала Алиса вслух, — со временем я научусь с ней справляться». Все было так странно, что она ничуть не удивилась, увидав, что с одной стороны от нее сидит черная королева, а с другой – белая. Ей очень хотелось спросить их, как они сюда попали, но она боялась, что это будет неучтиво. Подумав, она решила, что может, по крайней мере, спросить, кончилась ли шахматная партия. «Скажите, пожалуйста», – начала она робко, взглянув на черную королеву. Но черная королева не дала ей договорить. «Никогда не заговаривай первой», – сказала она строго. «Ну, если бы я...» «Если бы все соблюдали это правило, — возразила Алиса, всегда готовая немного поспорить, — и если бы никто не заговаривал первым и только бы ждал, пока с ним заговорят, а те бы тоже ждали, тогда бы никто вообще ничего не говорил. А значит...» «Нет, это просто смешно! — воскликнула королева. — Неужели ты не понимаешь, дитя?» Тут она нахмурилась и почему-то замолчала. А подумав с минуту, решительно переменила тему. «Как ты смела сказать, если я и правду королева? Какое ты имеешь право так называть себя? Ты не королева, пока не сдашь экзамена на королеву. И чем скорее мы начнем, тем лучше». «Я ведь только сказала «если», – жалобно проговорила бедная Алиса. Королевы переглянулись, и черная королева произнесла, передернув плечами. «Она говорит, что только сказала «если». «Но ведь она сказала гораздо больше», – простонала, ломая руки, – «белая королева». «Ах, гораздо, гораздо больше!» «Конечно, больше», – подхватила черная королева и повернулась к Алисе. «Всегда говори только правду. Думай, прежде чем что-нибудь сказать, и записывай все, что сказала». «Я совсем не думала», – начала была Алиса, но черная королева нетерпеливо прервала ее. «Вот это мне и не нравится. Ты должна была подумать. Как, по-твоему, нужен кому-нибудь ребенок, который не думает? Даже в шутке должна быть какая-то мысль. А ребенок, согласись, сама, вовсе не шутка. Ты нас в этом не разубедишь. Как ни старайся, хоть обеими руками». «Я никогда никого не разубеждаю руками», – возразила Алиса. «Никто и не говорит, что ты разубеждаешь руками», – сказала черная королева. «Я и говорю, руками нас не разубедишь». «Она в таком настроении», – прибавила белая королева, – «когда обязательно нужно с кем-то спорить». «Неважно о чем, только бы спорить». «Злобный, отвратительный нрав», – заметила черная королева. Наступила неловкая пауза. Ее прервала черная королева, повернувшись к белой королеве. Она сказала: «Приглашаю вас сегодня на обед к Алисе». Белая королева слабо улыбнулась и произнесла: «А я приглашаю вас». «Я, правда, про обед ничего не знаю», – заметила Алиса. «Но если сегодня я даю обед, то гостей, по-моему, приглашать должна я». «Мы долго ждали, пока ты догадаешься нас пригласить», – заметила черная королева. «Но ты, видно, уроков хороших манер не брала». «Манерам на уроках не учат», – сказала Алиса. «На уроках учат арифметике и всякому такому». «Сложению тебя обучили?» – спросила белая королева. «Сколько будет 1 плюс 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 1?» «Я не знаю», – ответила Алиса. «Я сбилась со счета». «Сложение не знает», – сказала черная королева. «А вычитание знаешь? Отними из 8 9». «Этого я не знаю, но зато вычитание не знает», – сказала белая королева. «А деление? Раздели буханку хлеба ножом, что будет?» «По-моему», – начала Алиса, но тут вмешалась черная королева. «Бутерброды, конечно», – сказала она. «А вот еще пример на вычитание. Отними у собаки кость, что останется?» Алиса задумалась. «Кость, конечно, не останется, ведь я ее отняла. И собака тоже не останется, она побежит за мной, чтобы меня укусить. Ну и я, конечно, тоже не останусь.
«Значит, по-твоему, ничего не останется?» – спросила черная королева. «Должно быть ничего». «Опять неверно», – сказала черная королева. «Останется собачье терпение». «Не понимаю». «Это очень просто», – воскликнула черная королева. «Собака потеряет терпение, верно?» «Может быть», – отвечала неуверенно Алиса. «Если она убежит, ее терпение останется, верно?» – торжествующе воскликнула королева. «А может быть, она тоже убежит, только в другую сторону?» – спросила без тени улыбки Алиса. Про себя же она подумала, какой вздор мы несем. «Арифметику совсем не знает», – закричали обе королевы в один голос. «А сами вы знаете?» – спросила Алиса, внезапно поворачиваясь к белой королеве. Ей было обидно, что королевы так к ней придирчивы. Белая королева охнула и закрыла глаза. «Прибавить я еще могу», – сказала она, – «если мне дадут подумать. Но отнять ни под каким видом». «Азбуку ты, надеюсь, знаешь?» – спросила черная королева. «Конечно знаю», – отвечала Алиса. «И я тоже», – прошептала белая королева. «Будем повторять ее вместе, хорошо, милочка? Открою тебе тайну. Я умею читать слова из одной буквы. Великолепно, правда? Не отчаивайся, и ты со временем этому научишься». Тут в разговор снова вмешалась черная королева. «Перейдем к домоводству», – сказала она. «Откуда берется хлеб? Отвечай». «Это я знаю», – радостно начала Алиса. «Он печется». «Печется?» – повторила белая королева. «О ком это он печется?» «Не о ком, а из чего?» – объяснила Алиса. «Берешь зерно, мелешь его». «Не зерно ты мелешь, а чепуху», – отрезала белая королева. «Обмахните ее», – сказала с тревогой черная королева, «а то у нее от умственного напряжения начнется жар». И они принялись обмахивать ее ветками и не успокоились до тех пор, пока Алиса не попросила их перестать, так как волосы у нее совсем растрепались. «Ну вот теперь она вне опасности», – сказала черная королева. «А языки ты знаешь, как по-французски футенуты?» «А что это значит?» – спросила Алиса. «Понятия не имею». Алиса решила, что на этот раз ей удастся выйти из затруднения. «Если вы мне скажете, что это значит, – заявила она, – я вам тут же переведу на французский». Но черная королева гордо выпрямилась и произнесла: «Королевы в сделки не вступают». «Лучше бы они в споры не вступали», – подумала Алиса. «Не будем ссориться», – забеспокоилась белая королева. «Скажи мне лучше, от чего бывает молния?» «От грома», – ответила без промедления Алиса. В чем, но в этом она была совершенно уверена. Впрочем, она тут же поправилась. «Нет, наоборот, не поправляйся», – сказала черная королева. «Что сказано, то сказано. Пеняй теперь на себя». «Кстати», – проговорила белая королева, опуская глаза и нервно ломая руки, – «на прошлой неделе в пятницу была такая гроза, то есть я хотела сказать «в пятницы». Алиса удивилась. «У нас», – сказала она, – «больше одной пятницы разом не бывает». «Какое убожество», – фыркнула черная королева. «Ну а у нас бывает 6-7 пятниц на неделе, а иногда зимой мы берем сразу 10 ночей, чтобы потеплее было». «Разве 10 ночей теплее, чем одна?» рискнула спросить Алиса. «В 10 раз теплее, конечно». «Ну, вероятно, и в 10 раз холоднее», заметила Алиса. «Совершенно верно», вскричала черная королева. «В 10 раз теплее и в 10 раз холоднее. Точно так же, как я в 10 раз тебя богаче и в 10 раз умнее». Алиса вздохнула и не стала спорить. «Похоже на загадку без ответа», подумала она.